Всем привет, дорогие друзья из солнечной Алании. Мы продолжаем вас знакомить с магазинами, в которых продаются качественные и красивые вещи по приемлемым ценам производства Турции. И многие из вас просили сделать обзор магазина с большими размерами, с красивыми вещами. И сегодня мы с вами пришли в магазин Ши, который находится в самом центре Алании, рядом с торгово-промышленной палатой на улице Ататюрка. Все контакты этого магазина, ну и, конечно же, ссылка на карту находится в описании. Обязательно заходите и смотрите. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, добро пожаловать. Друзья, хочу познакомить вас с Ириной. Ирина говорит на русском языке совершенно прекрасно и работает в этом магазине. Поэтому, когда вы придете в этот магазин и захотите приобрести какие-то вещи, у вас не возникнет вопросов с выбором, с консультацией и так далее. Ирина, расскажите, пожалуйста, какие вещи в вашем магазине пользуются наибольшей популярностью, скажем так, потому что я вижу, что у вас в магазине очень много дизайнерских вещей, необычных вещей. Это из новых коллекций, они обновляются почти каждые 2 месяца. Угу. Есть и спортивный стиль, есть и свободный стиль, в основном есть и классические. И классика тоже есть, брюки классические. Есть и выходные платья, еще делаем скидки. Да, многие из вас спрашивают, можно ли торговаться, можно ли в вашем магазине? Да, конечно, можно. Друзья, в этом магазине можно торговаться. Цены в вашем магазине тоже от 300 до 1000 лир приблизительно. Да. И, кстати, несмотря на то, что вещи от 40-го до 56-го... До 56-го это турецкий размер, ага. Российский размер это 62. 62, да. До 62-го размера. Но сейчас в моде оверсайз, поэтому даже большую какую-то, например, рубашку размера XXL может надеть девочку, которая размер и M или даже S. Merhaba, Şi mağazamıza hoş geldiniz. Ben Saadet. Mağazamız 10 yıldır hizmet vermekte ve ben de 10 yıldır burada çalışıyorum. Herkesin giyebileceği özel tasarım ürünlerimiz var. Bedenlerimiz 42'den başlayıp 56'ya kadar devam etmekte. Şöyle tarz değişik salaş ürünlerimiz bulunmakta. Kışlık ürünlerimiz, yazlık ürünlerimiz her zaman var. Şöyle göstereyim. Böyle tarz değişik, özel tasarım isteyen ürünleri, farklı bir şeyler giymek isteyen insanların bulabileceği ürünlerimiz mevcut. Her tarz ürünü bulabileceğiniz, böyle eşofman tarzı şık, taşlı ürünler. Bakabilirsiniz şu şekilde. La Marquise, Red She, La Velline, Dark Wind ürünlerimiz. В этом магазине, как вы уже заметили, представлены очень необычные модели. И для того, чтобы выбрать то, что подойдет именно вам, обязательно нужно приходить и мерить. Потому что я всегда говорю о том, что, например, на вешалке модель смотрится вот таким вот образом, а когда вы ее наденете и примерите, на одном человеке она будет смотреться одним образом, а на вас она может смотреться совершенно иным образом. Поэтому для того, чтобы понять, что вам подходит, всегда нужно мерить. И знаете, что со мной всегда происходит? Когда я вижу какую-то модель на вешалке, я думаю о том, что, ну, наверное, мне не подойдет. Но когда у меня закрадываются такие сомнения, я обязательно мерю эту модель. Я чаще таштым панталоны görebileceğiniz bir yer ve şu şekilde göstereyim. Stretch, yüksek bel. Buraya bayağı bir uzuyor ve çok rahat. Asla diz çıkarmaz, renk çıkarmaz ürünlerimiz. Daha farklı, daha spor giymek isteyen, daha tarz salaş giymek isteyen ürünler için bu şekilde takımımız var. Şöyle salaş, daha farklı görünmek isteyen çılgın müşterilerimizi de bekleriz buraya. Bakınız. Bu pantolonumuz olsa stretch ve bunun fiyatı 399 TL ama indirim yapıyoruz. Renkli bir şeyler giymek isteyenler, rahat bir şeyler giymek isteyenler böyle bir şey tercih edebilirler. Смотрите, например, какую удивительную накидку я здесь нашла. Кстати, здесь все модели это дизайнерские вещи и ни в каком другом магазине Алани эти вещи вы не найдете. Например, вот такая вот потрясающая накидка. Скажу вам, сколько она стоит. 639 лир. И ее можно использовать как и каждый день с какой-то очень-очень классической, строгой, прям строгими брюками и блузкой, либо как вечерний наряд. Здесь представлено большое количество интересных моделей со стразами. Например, вот такая вот интересная накидка. Стоит она у нас 629 лир.
Но, как вы видите, это может быть и летняя, кстати, когда уже более такая прохладная погода, и как какая-то такая яркая вещь на выход. Очень много спортивных моделей с брюками, с юбками, есть платья с накидками, есть вот такого вот интересного плана платья, спортивные платья, но прям вот необычного такого вида. И, конечно же, вот этот потрясающий плащ, как он смотрится на вешалке и как он смотрится на вас, это совершенно две разные вещи. Стоит 619 лир. Очень красивая вещь, необычная, поэтому, если вы хотите что-то необычное, я не могу вам показать все, это невозможно, но обязательно приходите и смотрите. Вот такие вот трикотажные платья в полоску. Большое количество таких вот молодежных, теплых вещей. Здесь вещи не только, скажем так, такие легкие, но и достаточно такие теплые вещи, которые можно носить даже зимой, холодной зимой. Очень много плащей, очень много различных накидок, которые подойдут, в принципе, ну, на любой случай жизни. Вот такое вот интересное платье, видите, вот с такими вот вставками, интересными кожаными вставками. Кстати, очень-очень легкая. Есть вещи для тех, кто любит стиль боха. Посмотрите, какая шикарная модель. Если эту вещь оформить красивым поясом или даже просто с нарядными туфлями, сумкой, как вечернее платье оно может быть, или как повседневное платье со шлепанцами может абсолютно свободно использоваться. Вот такие вот интересные модели платья и накидка. Совершенно простое трикотажное черное платье с бусами, и сверху идет вот такая вот красивая накидка с отделкой. В общем, очень красивая вещь. И, кстати, как вы все, стоит 700 лир. Как вы все прекрасно знаете, сейчас не то чтобы в моде, но очень актуален оверсайз. Когда, например, люди, у которых размер S или M, покупают себе размеры XL, XXL и так далее. И на самом деле это очень удобно. Удобно носить такие вещи, особенно если их вы умеете обыгрывать. Для тех, кто любит бусины, стразы, пожалуйста. Для тех, кто любит что-то совершенно необычное, посмотрите, какая красота. Вечернее может использоваться тоже как вечернее платье. Вот с такой вот интересной, потрясающей вышивкой. Посмотрите, какая просто шикарная модель. И одновременно строгая, но такой спортивный шик в ней есть. Кто любит стразы, вот эта вот модель вполне пойдет на худенькую женщину тоже. И для тех, кто любит что-то яркое, стиль боха. Многие, кстати, из вас тоже спрашивали меня про то, где купить вещи в стиле боха в Алании. Вот, пожалуйста, здесь тоже есть такие модели. И такое платье, например, стоит 579 лир. Большой выбор различных накидок, просто огромный. И вот таких вот тоже интересных платьев. И многие модели представлены также с украшением. Кстати, вот это вот платье очень классное. Посмотрите, какой интересный рукав. И снизу тоже вот такая вот отделка. Более такая классическая. Кстати, вот это вот можно носить как на работу, так и на выход. Очень красивая накидка, посмотрите, такая серая с блестками, а снизу совершенно простое черное платье. Черное трикотажное платье, друзья, оно никогда не выходит из моды. Кто любит леопард, леопард тоже здесь есть. И здесь я обнаружила очень красивое, это даже не платье, а может использоваться как легкая осенняя пальтишка. Стоит 599 лир.
Но посмотрите, какая красота. Если стоит еще теплая погода, то эту вещь можно вполне использовать. А давайте я прям ее сейчас для вас и померю. Можно использовать как легкое осеннее пальтишко. Очень приятная ткань, на ощупь прям такая бархатная. Без воротника, но очень элегантная вещь. Посмотрите, смотрится просто шикарно. Конечно же, сейчас модно носить рукав 3/4. И если рукав длинный, его просто можно вот таким вот образом подвернуть. И всегда это тоже смотрится очень-очень красиво. Ну и, конечно же, оверсайз. Оверсайз всегда в моде. И в этом пальто вы никогда не замерзнете в прохладную погоду. Поэтому, как я уже сказала, если вы ищете необычные вещи, если вы хотите большие размеры, самое главное, потому что очень многие из вас просили меня показать большие размеры. Посмотрите, какая интересная блузка. Кто любит вещи вот такого плана? Стразы и принты. Кто любит вещи такого плана? Есть такие вещи. Кто любит совершенно что-то простое? Обычные брюки, но на резинке и очень-очень удобные. Поэтому здесь вы сможете найти абсолютно разные вещи. Пожалуйста, кто хочет что-то такое более блестящее, необычное, как на выход, так и дома носить. Çantalarımız şöyle taşlı çantalarımız var. Taşlı, her renk var. Küçük büyük bütün modellerimiz mevcut çantalarımızda. Bir de şöyle hoş güzel bir yine bir elbise, kısa mini. İsterseniz kısa kollu kullanabilirsiniz, isterseniz uzun kollu kullanabiliyorsunuz bunu şu şekilde. У нас есть новая коллекция сумочек, есть спортивный стиль рюкзаки, есть такого стиля классика со стразами, очень красивые, они все из коллекции. Такие есть модели, очень красивые. Ну, разные цвета, разные модели, очень-очень большой выбор. Тут можно полностью выбрать и наряд хороший, и плюс сумочку выбрать хорошую. Добро пожаловать, приходите к нам. Меня зовут Ирина. Есть еще одна девушка русскоговорящая. Мы вас обслужим, поможем. Мы продавцы-консультанты. Хороший выбор. Сервис у нас очень хороший. Кофе, чай и так далее. Так что приятная атмосфера. Вот. И так что приходите, мы вас ждем. И здесь, в этом магазине, как я уже сказала, представлены вещи от 40-го до 56-го, это 62-й русский размер. Поэтому, как вы просили, большие размеры в огромном количестве здесь представлены. Спортивные, классические брюки, платья, более такая повседневная одежда и даже очень красивая домашняя одежда. Genellikle müşterilerimiz burada oturuyorlar. Eşleri burada oturup çay, kahve içiyorlar ve eşleri de içeride kabine deneme yapıyorlar. Genellikle La Marquine, Retchi, La Valine gibi markalı ürüne satmaktayız. 42'den başlayıp 56'ya kadar devam eden bedenlerimiz ediyor. 300 TL'den başlayıp 1000 liraya kadar fiyatlarımız var ama her zaman yardımcı olabiliriz. İndirimlerimiz her zaman mevcuttur. Hepinizi beklerim. Çay, kahve, her şeyi bekleriz. Sizi bekliyoruz. Есть в этом магазине брюки классические больших размеров. Например, вот такие вот плотные брюки стретч. Стоят такие брюки 399 лир. Для тех, кто ценит индивидуальность, посмотрите, какая красота. Пальто оверсайз, черное, достаточно длинное, кстати, очень теплое. Сзади оно смотрится совершенно по-классически, а спереди есть вот такие вот интересные детали. Детали можно показать, можно носить с каким-то поясом, а можно их и скрыть, и тогда пальто будет просто классическое. Вот
с такой вот интересной деталькой здесь. Есть футболки разные, белые брюки тоже есть. Есть черные футболочки, вот с такими вот тоже красивыми вышивками, стразами. На самом деле не бойтесь страз. Стразы, они очень украшают любой образ, который является таким строгим и лаконичным. Если вы, например, под черные брюки наденете вот такую вот красивую футболку со стразами, главное не перебарщивать, главное, чтобы все было уравновешено. И здесь есть вещи совершенно разных цветов. Посмотрите, очень красивая вещь и вот такое вот украшение. То есть вот эта вот вещь, конечно же, здесь и цвет, и стразы, и ее можно носить с какими-то лаконичными брючками, шортами или босоножками. Большое количество платьев, я вам уже показывала, как вечерних, так и с накидками. Большое количество вещей на осень, а также зимних вещей, например, вот такие вот панчо, совершенно шикарнейшие теплые панчо. Такое панчо стоит 239 лир, друзья, поэтому в этом магазине достаточно приемлемые цены. Вот кто любит что-то под джинсу, видите, такая вот очень интересная модель. И, как я уже сказала, стоит 689 лир. Вот это вот платье может надеть женщина совершенно с любой фигурой. И та, которая имеет форму, и та, у которой маленький размер. Посмотрите, такое же пальто, как я вам показывала, только вот с таким вот принтом. Очень красиво. Если это пальто надеть с брюками горчичного цвета и с какими-то лаконичными туфлями и подобрать как аксессуар сумку, например, темно-коричневого цвета, это будет смотреться очень тепло и очень красиво. Это пальто стоит 600 лир. Очень много платьев вот таких вот с накидками. И, кстати, это очень классный прием, особенно для тех, у кого есть какие-то изъяны в фигуре, скажем так. Платье, оно стягивает вашу фигуру, а накидка сверху, она скрывает недостатки. Поэтому возьмите себе на заметку вот этот прием. Черное платье, оно стройнит, а вот такая вот красивая накидка, она скроет все ваши недостатки. Сумочки. Очень интересная тоже такая оригинальная сумочка. И я здесь нашла никогда не выходящие из моды — это вещи в полоску. Посмотрите, с принтами, а сзади просто полоска. Есть принты и под жирафа, кто любит жираф. Есть для тех, кто любит леопардов, змей и так далее. Есть вот такого плана принты. И есть разные вот такие вот тоже цветочные принты. Если вы хотите, например, какие-то блузочки, начиная от вот таких вот интересных, опять со стразами блузочек, или можно подобрать вот такую вот трикотажную кофту, совершенно такую спокойную, но тоже с каким-то красивым орнаментом. Вот такие вот тоже есть летние платьишки. Эти все вещи — это турецкого производства. Есть яркие, кто любит, ну, просто что-то супер необычное, яркое. Есть тоже вот такие вот разные футболки. На самом деле, друзья, не бойтесь никогда ярких вещей. Знаете почему? Потому что существует такое правило. На вас всегда должна быть только одна яркая вещь, один акцент. Если вы наденете вот такую вот блузку с брюками или с юбкой плиссированной, вы ее красиво заправите
и это будет единственная акцентная вещь на вас, это будет смотреться очень красиво. Но если вы вот эту вот блузку оденете с цветочными брюками, нет, образ будет совершенно не лаконичным и не будет смотреться. Есть вот такое вот тоже интересное летнее платье. Много разных цветов, и, как я уже говорила, и разные яркие цвета, и вот такого вот плана черно-белые монохромные. Есть вот такие вот красивые, тоже легкие платья. И, как я уже вам сказала, есть и вещи, которые можно носить дома. Посмотрите, например, какой красивый халат, как кимоно. Очень красивая, потрясающая вещь. Смотрится просто шикарно. Стоит 600 лир. Поэтому, друзья, я вам показала малую часть того, что есть в этом магазине. Если вам что-то понравилось или вам нужен большой размер, обязательно приходите, смотрите и меряйте. Это самое главное правило. И из всего вот этого вот многообразия вы найдете и лаконичные вещи, и вещи со стразами, и вещи даже вот таких вот интересных, ярких цветов. На самом деле, как я вам и говорила, не бойтесь ярких цветов. Вот это, например, тоже шикарнейшее платье, которое может быть и повседневным, в летний период, скажем так, и вечерним. В общем, очень много разных моделей, очень много разных размеров, выбор просто потрясающий. Дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилось это видео и что оно было полезным для вас. Смотрите, что еще хочу вам показать. Вот такой вот необычной формы, длинная такая кофта, пальто, очень теплое, мягкое. В общем, классная вещь, 589 лир. Прям, знаете, хочется, чтобы скорее пришла зима или осень, чтобы носить вот такие вот классные мягкие вещи. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным, и я надеюсь, что я удовлетворила интерес тех, кто просил показать вещи именно больших размеров и что-то необычное. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, заходите в описание к этому видео, смотрите контакты магазина Ши. Как я уже сказала, находится он в самом центре Алании, и в описании к этому видео есть все контакты. Ну и, конечно же, приходите в магазин Ши, приезжайте в Аланию, в Турцию, покупайте и носите качественные и красивые вещи, которые будут радовать вас. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего, будьте здоровы, всем пока-пока.